В Голицыно День повара решили отметить по-особенному. Культурно-спортивный центр «Октябрь» объявил кулинарный баттл среди семей поселения. Желающих нашлось немало. Семьи наши очень творческие, то есть будет еще и творческая подача каких-то блюд, которые сегодня будут представлены на суд жюри. Кроме того, жюри у нас тоже профессиональное. Мы постарались и пригласили в жюри поваров, кондитеров, которые непосредственно занимаются вот как раз в области кулинарного искусства. Все участники обожают готовить. На кухне собирается вся семья. Каждый выполняет свою функцию, вносит свой вклад в создание кулинарного шедевра. Так команда «Смак» призналась, что не может жить без мяса по-французски. Это блюдо главное на праздничном столе и в будни. Кулинария у нас, наверное, на первом месте. Мы очень любим вкусно поесть. Ну, семья – это ценность. Конечно, любые выходные мы проводим вместе на кухне, вместе готовим и проводим приятные выходные дни. Семьи состязались в нескольких конкурсах. Жюри было не просто выбрать победителя. Все участники показали высокий уровень мастерства. Ирина Скорикова – мама троих дочерей. Именно они – главные ее помощники на кухне. В упорной борьбе девчонки оказались проворнее и успешнее остальных, что и помогло им победить. Семья Скориковых теперь носит звание «Главные кулинары Голицына». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».